Активная подготовка к выборам идет в Акмолинской области. В общей сложности в регионе создано больше 1000 территориальных избиркомов. К работе приступили 7500 их членов. В местных газетах опубликованы составы комиссий и границы их участков. К выборам готовятся и правоохранительные органы. ДВД области проводит акцию «Здравствуйте, я ваш участковый». Во время подворного обхода будут уточняться списки избирателей. В Маслихат мы избираем всего 276 депутатов. Значит, у нас 33 депутата идет в областной Маслихат, 16 депутатов идет в Качетавский городской Маслихат, 13 депутатов идет в Степногорский городской Маслихат и 214 депутатов это во все районные Маслихаты. Вот сколько мы избираем депутатов.